Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный Флаг. Мне почти вторая часть игры под названием Веселая Гавана. Я желаю всем приятного просмотра. Эта игра очень классная, прикольная и интересная. Она мне очень-очень понравилась. Сейчас я быстренько сохранилочку сделаю, это просто там я момент пропустил. Так, да. Сейчас все будет. Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Столь внушительный человек рядом был бы большим подспорьем. На случай недопониманий. Ладно, подожду. Выпью чего-нибудь. Отлично, выпейте. Боже, какая жестокость. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько ж надо было награбить, чтобы угодить сюда? Понятия не имею. Эдвард, ты, походу, очень-очень много. Вау, девчонки, ух ты, это у тебя. Блин, какая же это офигенная игра. Ола, леди. Привет, леди. Знаете, деда? Нет, за близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. А. Интересует? Нет, что вы правы, я ведь женат. Потому и предлагаю. О, как эти денежки называются, реалы. Все, ладно, спасибо тебе, Эдвард, большое, за то, что мне подсказал. Так уж кеводушки. Вот. Здесь можно приобрести личное оружие. Мне тоже нужен клинок, Дункан, такой, как ваш. Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продают. Давай, может, почему и мне купить нет? Клинок? Будем воевать вместе? О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. И что-то мне нифига не дало. Так, купите пару клинков. Ух ты, эти гайные денег нафига. Ух ты, у меня целую тысячу дал реалов. Крутяк. Чтобы нам, какой же нам клинок бы купить вы себе? Английские палаши? О, стоимость 800? Ага, типа другой пока не купишь. Ладненько, почему бы и нет. Вау, блин. Этот мне в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький ножичек. Но и он сгодится. О, черт возьми! Похоже, мы заблудились, Дункан. Ничего, что-нибудь придумаем. А что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором. Добейтесь до верха цепи. Вау, большое удовольствие. Давайте, как говорится, полазим. Так, получается, нам сюда надо идти. Это правда офигенная игра, очень интересная. Блин, я играю вторую часть игры, но мне с первой части, с самого начала эта игрушка очень понравилась. Огромное вам всем спасибо за поддержку, мне очень правда приятно, что вы поддерживаете меня. Большое вам огромное человеческое спасибо. Так, надо будет все-таки нам сейчас фрагмент взять. Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Ха-ха, да. Неплохо сказано. Офигенно сказано. Эдвард, ты вообще офигенный. Правда, он же нормальный, классный, прикольный ассасин, так сказать. Пятый ассасин. Блин, вау. Ого, нифига себе. Охеренно он забрался, блин. Тут получается всю капанную видно. О, какое же все-таки тут красивое море, а. Так, получается, спуститься, дабы не упасть. Так, синхронизация. Почему бы и нет? Любимая моя. Во, вот так и сделаю. Кажется, приметил. Эй! Мы близко. Пара! Держитесь! Отчистил меня! Ах ты, козёл, а? Сейчас я тебя столько устрою кучку налево. У моих друзей воровать, я тебе колени переломаю. Так. Поймайте карманника и грабьте его. Прикольно, блин, поймайте карманника и грабьте его. Ух ты, сука. Блин, так, подожди, не туда нажал. Да ё-моё. Он типа махать-то собирается. Я рядом, гадёныш. Я типа выполнил топ задание, ладненько. Можешь теперь его убить? Блин. Так, почти поймал его. Что я делаю, блин? А вот и я. Какого фига, Эдвард, что ты творишь, а? Эдвард, да что ты делаешь? Эдвард, не тупи, блин, Эдвард. Блин, сейчас тебе пошлюк я даю. Ты в гавани не скроешься. Капец, ну Эдвард чуть-чуть тупанул у меня, блин. Пошел, как говорится, прыгать, да, Эдвард, да не тупи же ты, блин, а?
Этого чуть не слушайся меня. Плохой мальчик. Блин. Да куда что? Есть, есть, есть. Вадика, сука, я убью его. Не в тот карман ты полез. Расхлебывай последствия. Встретись и в автоверне, почему бы и нет? На пятерых мы его встретим, я хочу помахаться, хотя Вадика не получится. Закрыться в другой раз. Ну что, Стив, погнали. Слава богу, вы живы. Разумеется, это так, отребье. Да уж. А, мы на месте. Не спешите, я буду тут. Приятно встретить валийца в стране Даго. Сам из Англии. Коротаю время до следующей войны. Повезло Георгу. Такой подлец ходит под его флагом. Эй, Паулух. Твое лицо мне знакомо. Ты же водишь дружбу с пиратами в Насау. Замолчи, не то набью тебе рот свинцом. Эдвард, так ведь? Миссия уха начинается. Поганец! Я предупреждал! Ты, сука, нос разбили, а? Сейчас я вам устрою, а? Хотите драки? Будет вам драка! Ну же, сюда! Сейчас проверим вашу силу! Понял, понял. Давайте, ну, ты первый. А, ты давай, ты первый. Еще один. Давай! ¡Fuera de la carretera! ¡Tienen soldados! ¡Corre! ¡Не бросите меня! ¡Я найду вас! ¡Perro inglés! Ёшки, Кость, дымовая бомба. Ага, понял, все. Так, пятерочка и потом F. Ага. Быстренько пятерочку. Беги, Эдрой, беги. Так, уйдите, уйдите, уйдите. Да ё-моё. Так, надо бежать. Вы покиньте область и спрячьтесь. Ты какого хрена, блин? Вадика, сука, ускоряйся с вами, пушина. Эй, клинок нужен. Клинок нужен. Возьми так кокну, да? А где мой клинок? Какого фига? Без клинка я ничего не сделаю, а. Ё-моё, беги, беги, Эдвард, беги. Ё, да что, сука, ты стал уже ловить меня? Блин, придурок, а. Ё-моё, у меня совершенно жизни мало осталось, а. Блин, ещё я падаю. Они так, сука, быстро ловят ещё, а. Ёшкин ты, да баба, идите вы ж нафиг, а. Как, почему же так медленно бегу, бля, суки, эти догоняют меня, а. Покиньте область, я понял, ты достал ты уже меня, сука. Блин, сука, все-таки меня походу убил, да? Блин, а? Веселая каванна, все, а нифига себе, так быстро завершил бы вторую миссию, охереть, а, на самом деле, а,
Бля, а Гаван-то на самом деле весело. Видите, как прикольненько это вот бошку снять с этого придурку, а? Сейчас быстренько не бабки соберу и все, и завершу миссию, а? Блин, офигенная миссия получилась. Это такая коротенькая, классная, интересная. Блин, а быстренько я с ними справился. Блин, офигенная была бойня на самом деле, а? Так их пизделей понаставил, просто офигенно, а? Блин, да уж коротенькая миссия получилась, но очень классная и прикольная, интересная. Блин, какая же это херня все-таки игра, а? Сейчас быстренько папки соберу и все, так бы мне денежки очень нужны, реалы. Блин, а все-таки правда на самом деле получилась веселая миссия. Название соответствует миссии. Блин, это очень классная игра. Я правда всем рекомендую эту игрушку поиграть. Блин, реально, только что ссылку оставить не могу, а. Ну, на эту игрушку. Но, блин, всем рекомендую в нее поиграть, она очень интересная. Опа, испытание обстрелка выполнено. Так, последнего дебила ограблю или еще нет? А, еще вот этого дебила. Стигай, как мне саблю взять, мне интересно. А, вот оно что, а я тупанул, блин, капец, а. Вторая часть под названием «Веселая Гавана» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, увидимся очень скоро в новой миссии этой классной игры. Тигр, как вам мой прикольный стрим танковый? Понравился или не понравился? А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось.